Ну все, отпуск подошел к концу, и хотелось бы пару слов рассказать про пляж. Пляж Лонг-Бич на Фукуоке, который был рядом с нашим отелем. Что понравилось, что не понравилось, и так, общее впечатление. Так что смотрите, слушайте, запоминайте. По местоположению. Лонг-Бич находится в западной части острова. Лонг-Бич означает «длинный пляж». Он тянется на 20 километров от столицы острова, города Зонг-Донг, на юг за аэропорт. Условно, пляж Лонг-Бич можно разделить на две части. Северная часть пляжа – от Зонг-Донга до аэропорта. Южная часть пляжа – от аэропорта на юг острова. Южная часть более спокойная, удаленная от шумных туристических районов. Самым известным в этой части является пляж Сан-Сан-Соната Бич, который прежде всего известен своими инсталляциями. Пляж платный, вход стоит 100 тысяч донг, примерно $4. Здесь очень мелкий поющий песок. Невзирая на то, что пляж платный, все же создается впечатление определенной неухоженности, неопрятности, запущенности. Особенно популярен этот пляж вечером. Сюда многочисленная публика приезжает встречать закат. Северная часть Лонг-Бич – самая оживленная, самая туристическая. Здесь больше всего отелей, ресторанов, магазинов. Наш отель находится в этом районе, поэтому наш обзор будет посвящен именно этой части пляжа. Хочешь как хочешь, маловато будет. А хотя бы я и задничаю. Зато от чистого сердца. Я волшебное слово знаю. Пожалуйста. Пляжная полоса Лонг-Бич где-то уже, где-то шире, но в целом пляж не широкий. Порадовало обилие пальм и другой растительности по всему пляжу. Можно найти места, где естественная тень сохраняется на протяжении всего дня. Теоретически существует опасность падения кокосов, но на участках пляжа, примыкающих к отелям, ситуация с кокосами контролируется. Кроме растительности, на пляже имеется и живность. Если вы на пляже увидите вот такие норки и будете думать, кто же там живет, эти норки копают крабики. Иду. Сам пришел. Песок в основном не крупный, светлый, рыхлый. Чистота песка зависит от того, кто ответственный за конкретный участок пляжа. Вход в море песчаный, без камушков. Глубина нарастает постепенно, но при этом не мелко, метров 10 от берега и уже с головой. Чистота воды однозначно разочаровала. К сожалению, наличие развитой инфраструктуры, близость к городу, многочисленные отели и кафешки на первой линии дает о себе знать. В некоторых местах сливные трубы находятся прямо на линии прибоя. В море на Лонг-Бич стекает много отходов. В результате время от времени вода либо имеет жирные разводы на поверхности, либо мелкий мусор. Не скажу, что состояние уж очень катастрофическое, но проблема существует. Если планируете бронировать отель на первой линии, обязательно уточняйте, какой там пляж. Например, вот три неплохих отеля на первой линии, находящиеся по соседству. Сан-Виет. Сан-Виет Резорт,
Saigon Phucoc Resort, El Azur Resort and Spa. Самый лучший кусок пляжа напротив отеля El Azur. Мы ходили отдыхать именно сюда. Здесь персонал следит за чистотой. Песок время от времени просеивается. Есть бесплатный общественный туалет. И можно пользоваться душевыми отеля, находящимися на пляже. По крайней мере, охрана не возражает. Следом за отелем El Azur находится отель Saigon Phucoc Resort. Там уже с пляжем проблемы. Сейчас прогулялись ближе к пирсу, где мыс с храмом, к центру города. Пляж практически заканчивается там, где мы лежим. Дальше начинается помойка, бетонные какие-то обломки, камни. Здесь вот отель, где в основном, мне показалось, поляки живут. В общем, в этом конце делать нечего. И если вдруг будете выбирать отель, чем ближе к центру, тем хуже пляж. Имейте это в виду. Для кого это очень важно. Следующий отель – San Viet Resort. На букинге он имеет высокий рейтинг, но пляж тут вообще отсутствует как таковой. Берег забетонирован, вход в море каменистый, поэтому купаться тут тоже невозможно. Зато, похоже, в камнях водится какая-то морская живность, и местные ее активно вылавливают. Что еще есть на пляже? В аренду можно взять лежак, обойдется в 80 тысяч донг, примерно 3 доллара. В эту стоимость входит бутылка воды и пляжное полотенце. Массаж. Стоимость 300 тысяч за час. Торговцев на пляже минимум. В основном это продавцы фруктов. Ненавязчиво, доброжелательно. Есть также различные водные активности. Стоимость аренды банана составляет 700 тысяч донг, примерно 30 долларов. Максимальная вместимость 6 человек. Также есть скутеры, парашюты и тому подобное. Вот полный прайс. Курс 24 тысяч донг за 1 доллар. И напоследок, так как пляж Лонг-Бич обращен на запад, вечерами здесь очень красивые закаты. Солнце садится прямо в море.